Банковская ситуация, которая сложилась в России, и отзыв, такой глобальный отзыв лицензии на, в общем-то, участие в экономике таких банков, крупных банков, в которых мои знакомые держали деньги. И когда я узнал, что некоторым людям вернут только по 700 тысяч из тех денег, которые в банке хранятся, мне кажется, это несправедливо. Но, видя, что произошло с Банком Москвы, по-моему, да, сбежал руководитель Банка Москвы, не знаете, по-моему, Банк Москвы, не могу сказать. В общем, видя, что происходит с такими крупными владельцами банков и то, что на них заводят, в общем-то, уголовные дела, мне кажется, это правильно, что банки стали такими кристальными, то есть их начинают чистить. Это хорошо. Черти что сказал.